Так, тестируем новых роботов. Робот может захватывать маяки, стрелять с 500 метров, приближаться, стрелять с 300 метров. Должно быть очень полезная вещь. Понятно. Так, урон прошел в стенку. Так, там фур мы видим, которая нас убьет. Маяк не захватили. Ни черта мы не попали. Да. Противнику отстрелялись. Маяк заново захватили. И можно пострелять по фуре. Дури. Что мы с успехом сделали? Так, от фуры убегаем. Поиграем на гидре и кто там у нас аркан вроде бы. Это аркан. Оружие гидры и арканы. Оружие гидры и аркан. Гидры 600 метров. А арканы 300. Мы видим, этот поставил скорость. Носится как сумасшедший. То бишь говоря, читер. О, носится. Ну, почему ты по мне? Вон там противник стоит. Ну конечно. А, понятно, почему он по мне. Потому что противник умер. Олесь, можешь не мешать? Я тебя прошу уже тысячу раз. Читер на фуре носится как сумасшедший. Меня жарят лазеры. Какой-то идет, тестит. Пат. Давай иди, не сбрасывайся скорость. Какой-то идет, тестит паттерн на лазерах. Так, какие-то ракеты попали. Мы сейчас нарвемся на читера. Арканы опять улетают в небо. Вообще арканы улетают в небо. Меняем оружие и отстреливаемся по галопу. Пока он далеко. Еще один читер. Или он скорость летит?
Как мы видим, читеров полным-полно. Играть вообще невозможно. Конечно, стреляй по мне, потом лучше стрелять-то. Сплошные читерасты. Молодец, молодец. Захватываем мою подводу. Убили. Давай помогай. Наконец-то. Так, возможно, мы еще и выиграем. Танцоры диска с лазерами. Не будем захватывать маяк, мы и так выиграем без маяка. Еще один читер гребаный. Победа. Как мы видели, играть невозможно. Читеров полным-полно. Носится как сумасшедший.